Всем привет, друзья и подписчики нашего канала. Вы на канале Прикоснуться к играм. И с вами здесь Жека. Смотрите, нам сегодня добавили тачку. Вот она. Непростая. Ну, вряд ли она будет золотая. Стоит она всего 900 тысяч долларов США. Вот такая вот тачка. Смотрим. Покупаем. Прокачиваем. И, друзья, изначально у меня было 1 500 000. У меня не хватило, чтобы ее полностью прокачать. У меня сейчас получается... У меня сейчас 869 тысяч осталось. Пришлось еще одну машину продать, чтобы ее полностью прокачать. Вот так вот у меня получилось. В этой машине просто очень много тюнинга. Очень много. Каждый найдет что-то свое. Я вот так вот нашел. Вот такая вот тачка вот у меня получилась. Так, давайте откроем дверьку. Ну зачем ты залезла? Ну ладно, залез так залезла. Так, вырубим радио. Вот такой гудок. Вот такой салончик. Салончик можно покрасить. Поменять цвет обивки. Смотрите, где. Так, а давайте спереди посмотрим. Ой. Что это такое? А, во. Так, и давайте посмотрим, что можно сделать с ней. Куда ты поехал? Ну, права только вчера купил. Еще пока не освоился. Смотрим, что можно с этой тачкой сотворить. Первое. Подкрылки. Можно поставить на нее подкрылки. Смотрите, сколько можно сделать. У меня прокачано 100%. Ну, которые мне понравились лично. Просто смотрите на машине, как они будут выглядеть. Так, и все, и закончились. У меня стоят вот такие вот. Подождите. А, во. Так, и вот смотрим дальше. Ну, броня здесь все естественно. Просто поставил на 100% и все. Так, это у нас тормоза. Тоже стоит просто и все естественно. Ничего, как говорится, сверхъестественного. Бамперы. Смотрите, сколько много вариаций бамперов. Огромное. Всяких разных можно поставить на свою машину. Каждый что-нибудь до вкуса найдет. Смотрите, это только был передний, теперь задний. Когда в сзади было столько много бамперов? Смотрите, сколько их здесь. Миллионы. Ну ладно, но не миллион, но штук 10 будет. Смотрите, друзья. Так, давайте дальше пойдем. Двигатель. Смотрите, а здесь можно с движком прям реально подзапариться можно. Смотрите. Так. Что это такое у нас? Блок двигателя.
Смотрите, разные. Не знаю, видно. Ну, я просто поставил самую дорогую, вот у меня. Вот такая вот у меня стоит. Так, и вот дальше. Ну, вот здесь движок сам. Уровень 4 у меня стоит. Так. Какая-то растяжка, не знаю, что это значит. Ведь в этом не разбираюсь, честно, друзья. Так. Дальше. Вот. Все, с движком закончили. Так, глушитель. Смотрите, друзья, можно глушитель установить. Давайте я начну с первого. Так. С первого у нас сзади. Вот. Такие вот всякие разные глушители, каждый найдет свое. Так, следующее. Дрифчатку мы не устанавливаем. Решетка радиатора, смотрите, тоже очень много есть всяких вариаций. Так, смотрите. Так, следующее у нас капот. На капоте тоже очень много можно всего установить, что вы хотите. Что вам понравится. Кстати, можете надпись установить. Не знаю. А что будет, может, прикольно. Так, а я, наверное, надпись установлю. Смотрите, что у меня... Ага, у меня... Нет, хотя у меня вроде как в тему. Думаю, надписи мне тоже будет в тему. Так что давайте. Пусть будут надписи. Не знаю почему, но мне понравились. Можно такое вот сделать. Можно сделать вот так, как у меня было. Хотя не знаю, вроде как у меня было, у меня. Что-то сейчас стало больше нравится, так что вернем. Так, следующее. Клаксон. Ну, клаксон здесь все однообразно. Фары. Здесь тоже все однообразно, да? Это фары? Так. Раскраска. Ну, здесь смотрите, здесь какие вариации. Сейчас я самое первое начнем. Так. Может такую сделать. Такую. Такую. И такое, все, рассказка закончили. Но это нам не надо. Смотрите, сколько здесь много зеркалов. У меня стоят самые дорогие. Так. Ну, номера здесь все тоже однообразно. Смотрите, здесь вот, где раскраска, можно поменять салончик. Ну, и столько просто вот раскраска меняется, и все, вот. Вот, и все, больше ничего не меняется. Так.
Вот, можно спойлер установить, друзья. Так, я сейчас самый... Вот, само низа пойдем. Всякие разные. Каждый найдет все на свой вкус. А дальше после спойлера все идет стандартно. И колеса, и зеркала там. И все так же, дальше все идет стандартно. Так что вот что получилось у Rockstar сегодня во вторник, 20 число. Вот такая вот тачка. Так что если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Жека. Всем удачи и всем пока, друзья.